Люберецкие участники клуба «Активное долголетие» идут в ногу со временем. Единомышленники познают компьютерную грамотность. На одном из занятий побывала Анастасия Кладинова. Чтобы сделать большую буковку, мы нажимаем «Капс» обязательно. Цель таких занятий – научить людей пожилого возраста пользоваться современными технологиями. В обучение входят основы использования компьютера. На курсах рассказывают не только о подготовленной программе, но и помогают решить личные вопросы. Когда у наших пенсионеров возникают какие-то вопросы, молодое поколение в силу занятости не может помочь и подсказать, мы всегда открыты и рады их увидеть и, соответственно, решить их проблемки. Участникам активного долголетия показывают, как самостоятельно регистрироваться на сайтах и ориентироваться в них. Рассказывают о пользе приложений Word, Excel и PowerPoint, чтобы пожилые люди могли сами составить и распечатать текст, нарисовать и скачать нужную картинку или сделать таблицу. Занимаюсь не только на компьютере, я с удовольствием хожу сюда рисовать. Мне здесь очень нравится, здесь прекрасные преподаватели. И у меня такой появился, в общем-то, такое огромное желание все узнать, узнать побольше, не быть обузой и внуком, а уметь наравне с ней, со своими внуками, играть в этих игры и разбираться во всех программах. Занятия по компьютерной грамотности в библиотеке «Бригантина» проходят каждую среду в 15:00. В курс входит 10 уроков. Записаться можно через клуб «Активное долголетие» или посетив библиотеку. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.